Да отстань ты! А помнишь, я тебе рассказывала про Мишу? Он уже на подъезде. В смысле на подъезде? Кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне. А может, я вашего дядю встречу? Борода. Желтый чемодан? Он не уйдет. Мне очень нужно домой. И мне кажется, я вам еще пригожусь. А может, шестеренки во времени реально существуют? Конечно, да. Нет. И может, наш дядя из прошлого перенесся? Чудес не бывает. Все эти сказки взрослые придумали. Если тебе сделали больно, это не значит, что нужно делать больно другим. Знаешь, что я сегодня поняла? В чудеса надо верить. Они правда случаются. Пиши желание. Просто когда мы взрослыми становимся, мы перестаем их замечать за своими проблемами. Ключи забыла! С наступающим